Спортивный комплекс с искусственным льдом на улице Луначарского активно достраивают. Территория возводимого объекта составит более 4000 квадратных метров, которая вместит 256 зрителей. В спортивном центре будет располагаться вестибюльная группа, тренажерный зал, раздевалка, медицинский блок, прокат коньков. В этом году подрядчики доложат кирпичную кладку, обустроят инженерные сети, сделают монтаж сэндвич-панелей. Отдельным разговором, как отметил Сергей Морозов, станет транспортная развязка, чтобы люди могли без пробок добираться из других районов города. Лучше вверх. Но тут получится еще зона эта, еще один мост, и здесь вот путепровод. И на будущее, вот по генплану, вот Свияга, она должна вот так идти. Сейчас он отрабатывает генплановый вопрос, как ему отдать эту территорию, чтобы он за свой счет это русло сделал, а вот здесь начал бы строить жилье. Это по-старому микрорайон 6 СУТР. Вот, 6 Свияга. Собственно, и то вот другие Как отметил Сергей Морозов, не только на стройке нужно навести порядок, но и в городе. Об этом говорили участники совещания по вопросам благоустройства, озеленения и ремонта дорог на территории города Ульяновска в 2020 году. То есть работы предстоит сделать огромное количество. Надеюсь о том, что мы все с вами понимаем свою ответственность за ситуацию в городе. В первую очередь планируют очистить зеленые территории от мусора и высадить десятки тысяч цветов к майским праздникам. На нашем предприятии уже сейчас высажено 2,5 миллиона семян, а распикировано 150 тысяч. Из них 50 тысяч уже для цветников, которые будут высажены к 75-летию Победы. Красоту дополнят малыми архитектурными формами в парках и скверах, как уже имеющимися, так и новыми. Концепцию озеленения, а также дизайн проектов зимой разработали специалисты из горзеленхоза. Мы запустили так называемый цех производства малых архитектурных форм. Разрабатываем полностью малые архитектурные формы и изготавливаем их собственными силами. Участники совещания отметили, что многие жители сегодня жалуются на качество дорог после схода снега. На многих участках передвигаться затруднительно не только автовладельцам, но и пешеходам, поскольку многие ямы травмоопасны. Эти дороги будут отремонтированы в первую очередь. Среди них улица Бебеля, Рябикова, Ефремова, проспект Ульяновский и Созидателей. Проекты безопасной и качественной дороги в городе Ульяновске в этом году будут отремонтированы 19 участков дорог. Общая протяженность больше 22 километров. Общая сумма денежных средств, которые были выделены на данное мероприятие, 645 миллионов рублей. По словам мэра города Сергея Панчина, дорожную обстановку ежедневно отслеживают в администрации. По итогам мониторинга составляется график проведения ремонта дорожного полотна на апрель. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ.